Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. Муниципалитетам перечислили более 21,5 миллиарда рублей. По данным регионального министерства финансов, основной объем финансовой помощи направлен на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. Это чуть более 10 миллиардов рублей. Еще одна крупная сумма, почти 3,5 миллиарда, пошла на содержание и ремонт дорог, а также капитальный ремонт моста через реку Аштурма. На рекультивацию свалок направили 55 миллионов рублей, на развитие спорта почти 300. Муниципальные учреждения культуры получили 145 миллионов, а школы 378 миллионов рублей. В Кирове выставили на продажу предприятие за 56 миллионов рублей. Речь идет об акционерном обществе «Растамасла», расположенном на улице Комсомольской. Объявление о продаже появилось на сайте Авито. В описании говорится, что бизнес давно налажен и приносит постоянный доход. У производственно-складского комплекса есть свой железнодорожный тупик. На территории предприятия расположены различные помещения, часть из них сдается в аренду. Данные открытых источников говорят о том, что компания «Растамасла» была основана в 1993 году. Основной вид деятельности – торговля пищевыми маслами и жирами. В эфире «Экономика». И суд отказался признавать единую управляющую компанию банкротом. С таким требованием в суд выходила налоговая служба. Арбитражный суд рассмотрел материалы дела и пришел к выводу, что организация ведет предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами. Их около полусотни. На счетах есть движение средств. Кроме того, единая управляющая компания ведет работу по взысканию дебиторской задолженности. В итоге суд посчитал, что достаточных доказательств того, что должник прекратил осуществлять предпринимательскую деятельность, не представлено. Производство по делу прекращено. На этом все. У микрофона был Владимир Сметанин. Программа «Экономика».